И снова здравствуйте, Blender 2 и 8. Погнали, разберемся в этом ролике, как выравнивать объект, если он сбит. Убираем баннер, щелчок левой кнопкой мыши, нажимаем колесико, вертим, крутим. И вот, допустим, мы находимся в Object Mode, и у нас вот есть куб, и он сдвинут. Ну вот тут сюда. Включаем Select Box, как вернуться именно вот на центр. В Object есть такая вот Snap, и находим Selection to Cursor. Нажимаем, и вот объект возвращается в центр. Также можно поступить, допустим, если у нас зажать Shift и правой кнопкой мыши щелкнуть, центр перемещается, а нам надо его вернуть вот сюда вот, назад. Нажимаем Object Snap. И находим курсор to active. Все, он возвращается назад на место. Давайте рассмотрим еще такую вот штуку. Вот есть у нас объект. И, допустим, он перекрутился. Трансформом, допустим, перекрутим его. И как его вернуть в нормальное положение, именно по центру выровнять его. Нажимаем Alt-R. И возвращаем все это дело назад. Вот такая штука. Все простенько, прикольно. Все, всем пока, до свидания.